Привет, друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом одной уникальной насадки для ловли карася в июле. Для этого нам понадобится картофель. Избавляемся от кожуры картофеля, она нам не нужна, и режем на маленькие кубики по размеру под свой крючок. Чем меньше крючок, тем меньше кубики, чем крупнее крючок, тем крупнее кубики. Порезав на маленькие кубики по размеру своего крючка, перекладываем в любую емкость, стеклянную либо пластиковую, большой разницы в принципе-то в этом нету. Сейчас нам понадобится еще лимонная кислота, одна ложечка. Вот такая обычная лимонная кислота, которая продается во всех продовольственных магазинах. Рецепт далеко не новый, еще в Советском Союзе на него многие рыбаки ловили карасика на озере. Карасик клевал бойко. На размеры никак, конечно же, не влияет. Если у вас карасики мелкие, будут клевать мелкие карасики. Соединяем лимонную кислоту и картофель, просто перемешиваем. И сейчас берем крутой кипяток и заливаем крутым кипятком. Варить мы ничего не будем. Залив крутым кипятком, мы сделаем так, что насадка внутри будет крепкая, а снаружи мягкая. И закрываем до полного остывания. Всем удачи, всем пока.